Осторожно, чтобы шарики не... Ирочка, с днем рождения тебя! Поздравляем мы все! С днем рождения, Ира! С днем рождения тебя! Ура! Ура! Ну-ка, раз! Стой! Загадай желание! Загадай желание вначале! Так, глазки закрываем, загадываем желание! Раз, два, три, дуем! Ура! 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 Андрюша, хлопай! Хлопаем в ладошки! Солнце бьет. У нас утро сейчас, ребята, 10 декабря. У нас утро, доброе утро, наша принцесса. Видите, на наши шарики. Ура, девочка. 12 лет назад у нас родилась девочка. И мы были очень-очень счастливы. Этот принцесс, да? Да. Здесь у нас 12 лет нашей девочки. Поздравляем тебя с 12-летием. Бери, дай торт, положи сюда. Там видела, что там на торте? Да, здесь Эйфелевая башня. Это Ирина мечта поехать в Париж, увидеть Диснейленд, покататься, да, посмотреть на достопримечательности. Вот такой, ребята, у нас утро. Красиво! Вот твоя комната, еще красивее стала. Мы решили, потому что Ира именно родилась утром. И мы решили ее поздравить. Вот прямо сейчас, прямо сейчас, в 7 утра она родилась. С днем рождения! С днем рождения, да. Мы тебе желаем от души, чтобы ты была счастлива, самое главное, здоровая, да? Чтобы ты достигла всех своих целей. Что ты хочешь? Ну давай, отпусти. Бери их. Чтобы ты достигла всех своих целей, чтобы твоя мечта сбылась, чтобы у тебя было много хороших и верных друзей. Я не верю, что мне 12 лет. Ну, конечно же, чтобы слушалась папу и маму. Да. Да? Ну, идем. Мы сейчас ей еще скажем какие-то слова, но сперва идемте с нами. Идем в холл, да. И там уже будем поздравлять Ирочку. Идем, Ирочка. Андрюша, иди сюда. Стой. Закрываем глаза. Садись, но закрытыми глазами. Андрюша, иди, держи Ирочке глаза. Иди сюда. Иди туда. Ну-ка, закрывай глазки, Ири. Давай с этой стороны. Садись. Держи. Ирочка. Крепко держишь. Ира, да. Отпусти пока эти шары, не видно тебя. Самый главный подарок для тебя... Самый-самый главный, от которого ты будешь просто без ума. Мы долго думали и выбирали, что подарить. Так. Держи его в руках. Раз, два, дай ее в руки. Три. Держи в руки. Тяжелый, видишь? Нравится? Классно. Все, открывай глаза. Раз, два, три. Что? Вот, не утюг. Ты знаешь, он какой хороший. Утюг, он очень Philips, хороший. Он очень хороший. Фирменный, да. С ним можно гладить все подряд. Ты будешь настоящей хозяйкой. Да, а ну сними его. Он очень хороший. Удобный. Ты мечтала о нем давно. Все твои рубашки, которые ты носишь в школу, будут на раз гладиться. Да. Что, нравится подарок? Я смотрю, что Ире не очень нравится. Не очень нравится подарок. Такой взгляд. Ну, конечно же, это пранк. Это пранк, это не подарок твой, это мамин подарок. Это мой подарок, просто мы хотели заснять твою реакцию. Да, пранк на твоё день рождения хотели чуть сделать. Я уже расстроилась, я так и знала, что это такое. Нет, Ирочка, на самом деле твои подарки вот здесь. Но это я хочу тебе сказать, что это только часть из подарков. Это не все подарки. Кроме вот этих подарков, мы тебе с мамой вместе, с Андрюшей дарим тебе... Одну сумму денег, а жаль, я не взял сейчас деньги с собой. И ты купишь себе все, что захочешь с тех денег, хорошо? Сегодня, да, ребят, сегодня мы, Ира, идет еще в школу. Вы вот знаете, сейчас она должна что, быстро да, в школу. Она должна уже пойти, мы ее должны отправить в школу. Андрюша уже не терпится открыть подарки, а в другом видео мы будем открывать подарки, которые подарят Ирочке, потому что... Сегодня вторник. Мы сегодня будем в кругу семьи. А вчера все в школе обещали, что они подготовятся к моему день рождения. Ну посмотрим. Завтра, как завтра? Сегодня пойдешь в школу, придешь и скажешь. Мне очень интересно.
Хорошо. Ну, мы договорились с Ирочкой еще вчера, что она сегодня поедет в школу, но только на 2 урока, да? Да, или 2 3? Урока, на самые важные. Я думаю, что в таком возрасте, вот когда уже 12-11 лет, детям хочется выбирать самим подарки. Да. Мы решили с папой подарить определенную сумму денег, чтобы ты сама выбирала себе подарки, о которых ты мечтаешь. Классно! Но мы еще, конечно, вот здесь мы что-то еще взяли. Мы это будем праздновать в пятницу день рождения твою, еще хочу тебе сказать, приедут гости. И еще будут подарки у тебя. Ну и еще плюс у тебя есть бабушка, тетя, бабушка, Лаура, да. Бить, которые они в Румынии. Они не могли приехать из Бухареста, но они по-любому приедут. И еще подарки у тебя будут. Так что... Да, у тебя только начинается. У тебя так совпало, что у тебя в декабре день рождения, а потом подарки, подарки, опять Новый год. И опять подарки. У тебя целый месяц одни подарки. Да. Ну, да, еще раз покажу торт. Тортик очень красивый. Еще мои любимые макаронцы. Макаронцы. Да, тортик, который Ирочка обожает, это сметанник. Она не любит вообще ни фрукты, ничего там всякое на тортике. Поэтому, когда вот приходит какой-то праздничный момент, она говорит: мам, пожалуйста. Самый простой сметанник, без фруктов. Я хочу его просто сама съесть, без вот этого и всей красоты. Ну вот. Я так и сделала в этом году, я ничего такого сверхъестественного не заказывала, потому что мастику она не любит, то не любит. Вот обыкновенный вкусный сникер. Ну, я ты буду счастлива, да. Вот мы... Я очень рада. Надеюсь, что эти цифры, они еще нам будут... Ну, так, с 1. Да, бери 2. 12? Наоборот. Вот так. 1, 2 переверни. Вот так. Вот так, да. Мне 12 лет теперь, ребята. И спасибо всем, которые подписаны на мой ТикТок. И у меня уже 2000 подписчиков. Круто! 2000 подписчиков. Да. Хорошо, ребята. Вот мы, я не знаю, сейчас успеешь ты, не успеешь, но я по-любому нужно. Ты сейчас хоть посмотришь так глазком на твои подарки, которые там. И уже в следующем видео, потому что нет у нас сейчас времени. Ребят, мы будем распаковывать подарки. Ира будет смотреть на свои подарки и вам показывать. Распаковка подарков. Ждите, ребята, если вам тоже интересно, ставьте лайки. Я, например, очень-очень-очень хочу. Мне кажется, это самое-самое интересное видео, когда распаковываешь подарки. О, ну да. Что тебе подарили. Ведь ты ждешь этих подарков целый-целый год. Круто, даже не верится, что мне уже 12, я совсем взрослая. Ей 12, а мы стареем. Не, мы не стареем, мы мудреем. Мудрее становимся. Ну что, еще раз, happy, hi, Ирочка. Happy birthday to you. Андрюша. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Айрен! Спасибо! Ура! Ура! Хорошо, ну все, да? Прощаемся. Пока-пока, ребята, ждите видео с подарками. Все, пока, иди в школу быстро, чтобы не опоздала, да? Да. Все.